и реиндустриализации территории. Это важно. И это ни у кого не вызывает вопросов. Вопросов вызывает что? Вопрос вызывает, что и как для этого делать. И инвесторы ведь приходят не просто в Россию, в каждый конкретный регион. В каждом регионе должен быть этот движок. Та организация, которая работает с инвесторами, которая привлекает инвестиции. И роль корпорации развития, или агентства развития, они по-разному называются в разных регионах, она важна, и она в этом. Но они действуют все по-разному. Может быть, выработали какие-то стандарты деятельности внутри корпорации, дабы более эффективно привлекать инвесторов. Ну и кроме того, время уже подвести какой-то итог, и опять же поделиться мнением, практиками, дабы выбрать лучшее пути по пилотному внедрению стандартов, по созданию наиболее благоприятного интерфейса общения с инвестором.